Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Тора Генри Дэвид, 1817-1862 год. Американский писатель и философ. Родился в Конкорде, штат Массачусетс. За исключением 4 лет в Гарвардском университете и 6 месяцев на Стейн-Айленде, всю жизнь провел в Конкорде. Я цитирую по книге «Энциклопедия мудрости» издательства «Росса». Окончив Гарвардский университет, Тор недолго преподавал в школе, а после брался за случайную работу, не желая делать карьеру подобно другим выпускникам университета. Его первая публикация состояла в журнале «Dial». Единственное, чего ему хотелось, это творить. К 28 годам у него не было ни положения, ни денег. И Тор опустился в свое знаменитое предприятие на берегу Олденского озера, неподалеку от Конкорда. Он более 2 лет прожил в полном одиночестве, в построенной собственными руками бревенчатой хижине. Этот эксперимент привел к созданию замечательной книги «Олден» или «Жизнь в лесу». Первой публикацией стала «Неделя на реках» Конкорда Эмеримака. Другая книга «Лессамена» описывает 3 пешие прогулки по полуострову Кейп-Кор. Обе книги были опубликованы посмертно, хотя при жизни Тора отдельно части печатались в журналах. Перу Тора принадлежит памфлет «Гражданское неповиновение», где он высказал убеждения, за которые ему пришлось провести ночь в тюрьме. Он отказался платить налоги правительству, действия которого не одобрял. Много лет спустя это эссе оказало большое влияние на Ганди в его борьбе против британского владычества в Индии. Умер писатель в Конкорде 6 мая 1862 года. Ну а теперь я хотел бы вам почитать несколько его высказываний. В наше время существуют профессора философии, но не философ. Для нас важнее говорить, чем быть услышанным. Доброта – это единственное деяние, которое никогда не ветшает. Если ты построил воздушные замки, это вовсе не значит, что твой труд пропал напрасно. Именно так и должны выглядеть настоящие замки. Осталось лишь подвести под них основания. Если человек не идет в ногу со своими товарищами, то это возможно потому, что он прислушивается к другому барабану. Позвольте ему следовать за той музыкой, которая ему услышна. Каждое поколение высмеивает старые моды и благоговейно следует новой. Книги следует читать так же неторопливо и бережно, как они писались. Лучшие времена наступят. Не могли бы вы уточнить дату? Простодушно поинтересовался один из слушателей. Люди становятся орудиями своих орудий. Много ли пользы от дома, если у вас нет носной планеты, на которой можно его поставить? Найди, где твои корни, и не суетись насчет других миров. Ничто не пахнет так отвратительно, как подпорченное правед. Человеку невозможно жить честно и в то же время в достатке и уважении. Самое большое, что я могу сделать для своего друга, это просто быть ему другом. Рай можно определить как место, которого люди избегают. Правда всегда парадоксальна. Ни с кем так неприятно общаться, как с одиночеством. Ну вот, наверное, и все, что мне удалось найти кратко о Торе Генри Дэвиде, американском писателе и философе. Все, пока-пока. Узнали интересное что-то новое. Пока.